Доброго времени суток. С вами ваш Виктор Эспа. Вот решил сделать небольшую геометрическую разминку. Пока не начались занятия после зимних каникул, я решил немножко размяться, выйти, так сказать, из расслабленного новогоднего состояния. Ну и всем желающим предлагаю рассмотреть эту интересную задачку. Итак, синий прямоугольник покрывает половину площади квадрата. Спрашивается, какой тут получается угол. Задание взято из группы ВКонтакте, которая так называется «Загадки Эйнштейна». Мне понравилось это задание, так и захотелось сделать ее динамическую интерпретацию. Ну, через какое-то время, надеюсь, показать видеоверсию своего решения. Желаю вам найти более крутое решение, чем нашел я от своего решения. Ну, не то чтобы не в восторге. Лучшие решения по-любому свои. Но, может быть, у кого-то есть красивое, чисто геометрическое решение. У меня аналитическое, которое я представлю вам через некоторое время. Всего вам доброго. Будьте счастливы. С вами ваш Виктор Эспа.